Дом загорелся из-за детской шалости, считают следователи. Им удалось выяснить, что трое маленьких детей, старшему из них было 4 года, а младшему год, были предоставлены сами себе несколько часов. Дети стали играть со спичками и подожгли дом. Вследствие задымления все трое скончались от отравления угарным газом. О том, что ее дети сгорели заживо, мать узнала одной из последних. В тот злополучный день женщина сдавала экзамен в местной автошколе и оставила малышей со своим братом. На глазах у нас она сколько их оставляла, и летом они у нее без присмотра оставались. Она все время их, вон, хлеб, дети, видать, целый день голодные были. Вот, идем, да и ругам ее, самовел в пользу, зажечь бы ее, да и соку. Он, ребятки уже сгорели, а детишки-то... На крыльце уж мертво лежали, вытащили их, а ее и дома-то не было. Михаил Шинкарук, который должен был присматривать за детьми по просьбе сестры, вину свою признал. До суда он находится под подпиской о невыезде. Судить мужчину будут в Тетюшевском районном суде. Его обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Елена Чередина, Максим Зуйков, эфир 24.